Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы ускорить выход новых видео, просим вас подписаться и оценить ролик. Приятного просмотра! Заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин, старший, скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится на странице Музея циркового искусства в соцсети ВКонтакте. О Дерябкине отзываются как о талантливом человеке, который талантлив во всем. Он работал на манеже клоуном, а также дрессировал медведей, самых опасных животных. Владимир Игнатьевич является основателем уникального единственного в России музея граммофонов и фонографов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, где навсегда останется духовное наследие мастера, говорится в сообщении. Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. Он не дожил до своего 73-го дня рождения 2 месяца. Долгие годы артист работал в знаменитом цирке на Фонтанке в Петербурге. Также он создал первый в России медвежий театр миниатюр. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.